Вітаємо, а вітаємо у нашій студії Михайла Шелеста. Доброго ранку, спортивний тренер, червоний дракон, уже всі про нього знають в нашому місті Миколаєві, привіт, привіт. А це президент Миколаївської обласної федерації «Червоний дракон». Доброго вам ранку. Доброго ранку. Хочете трішечки поговорити, чи слідкуєте ви з Олімпіадою в цьому році? Чи дивитесь змагання, ваші враження, ваші емоції, Михайло? От, зокрема, перемогу здобули вчора. Привіт, студія, привіт всім, привіт, зрителі, привіт. Да. Да. Олимпиада – это самая шикарная штука, которая может быть в принципе в жизни любого спортсмена и вообще в развитии спорта как таковом целом. Поэтому я за Олимпиадой смотрю, хотя, как говорится, к ней отношения непосредственно к зимним видам спорта прямого не имею, но так как спортсмен, то понятное дело, что мне интересно победы, соревнования. Уровень, конечно, мне нравится непосредственно сам организации самой, это да. Насчет спортсменов, я так понимаю, вы уже в эфире сказали, наш Николаевец выиграл, вообще супер, молодец, умничка. Но опять же, получается у нас другая печаль, если так можно выразиться, обратная сторона медали. Люди вытягивают на собственном энтузиазме, на собственном, не знаю, на чем там, на воле, на победе, я не знаю. То есть, как таковое государство, или как таковые там власти, или что, ну не поддерживают напрямую. Потому что я тоже занимаюсь спортом, и как, вообще ничего, то есть у наших властей... Знаете, девиз такой, мы вам помогаем уже тем, что не мешаем, но самая суть в том, что они как раз еще и мешают. То есть это такая у них помощь, это может быть, ну это прямо, это честно, потому что если мы не будем об этом говорить, это будет печаль. Насчет того, что наши ребята поехали, сборная там выступает, защищает флаг страны, мы как-то такое ощущение, что мы хотим быть нацией, но при этом сами как-то не поддерживаем тех, кто непосредственно хочет это делать. То есть те же спортсмены поехали, какие-то там начинаются политические опять игры, мы там то, мы там это, не надо это спортсменам. Спортсменам дайте возможность тренироваться, дайте возможность выступать, дайте им возможность себя комфортно чувствовать, жить, наслаждаться жизнью и, соответственно, прославлять ту страну, на которой они выступают. Это же как бы все очень просто. Михайло, на вашу думку, який вид спорту у нас найбільш такий підходить для того, щоб його розвивати для Олімпіад? Для Олімпіади непосредственно? Ну, у нас, я так понимаю, в основном летняя Олімпіада. В основном, чаще всего. Зимняя Олимпиада, опять же, надо трамплины. Допустим, в данном случае вот прыгать. Вы сами уже видели, я так понимаю, и в Фейсбуке, и в прямом эфире, везде уже показывали наш, этот, как назвать трамплином, просто конструкция. Какая-то ржавая металлическая конструкция. Ну, скажем, ну, это... я его и снимала, то завтра я в мандрифте все ну, побачу. Собственно, да. То есть о какой подготовке непосредственно к такому уровню соревнований, как олимпийские виды или вид спорта, или что-то такое, олимпийские соревнования, о каком вообще речь может идти, если там залезть даже страшно на него, потому что он сейчас развалится. Ведь ржавый, потому что я там тоже давеча был. Как бы вот у нас такая вот, это непосредственно ситуация, которая у нас есть. Можете воспринимать ее, можете не воспринимать, но это факт. Потому что любой спортсмен скажет, что финансирования как такового, поддержки, помощи, ну нет, реально нет. Если человек может развиваться, сам заниматься бизнесом и сам, как бы, себя спонсировать, да, такие варианты есть. Но опять же, спортсмен это не бизнесмен, это спортсмен. Потому что среди бизнесменов уровня профессионализма, допустим, Олимпийских игр тоже, ну, я, может, там кто-то и есть, я не знаю, но сам факт, что спорт должен заниматься спортом, бизнес бизнесом, но помогать государству, непосредственно тому же бизнесу и тому же спорту, как бы, ну, надо. Потому что спортсмен не может же все время думать о куске хлеба, иначе он же прыгать не будет. Или там бегать не будет, или что-то же ему надо как-то кушать, просто банально. Как-то ездить, как-то одеваться, как-то что-то. Но он при этом защищает флаг страны. Вот, собственно, он дает отдачу на это. Так, з цим розібралися ще одна болюча тема Олімпіади, зокрема, російському кюрлінгісту Крушельницькому в нього виявили допінг. Хотілося трішечки підняти цю тему. Ви, як спортсмен, ви знаєте, що таке здорове харчування, як тримати себе в масі, в тілах, в м'язах. Допінг у спорті. Що ви можете сказати з цього приводу? Тому що зараз у вільному доступі багато енергетичних напоїв, багато домішок. Що ви можете сказати з цього приводу? Смотрите, если мы берем, на самом деле, опять же, как это не звучит, опять же, все это знают, но все не говорят. На самом деле допинг уже давно и плотно вошел в жизнь, вот просто. Если вы, как говорится, есть, знаете, вот социальный такой обиход понятия, там, химик, не химик, по сути дела, это тот же самый допинг-контроль и человек, который занимается чистой, как говорится, натурал. Вот. Уже допинг давно вошел плотно в спорт, плотно, причем как в профессиональный, так и не в профессиональный. На самом деле надо не делать из этого из мухи слона. Это оно есть. Хотим это принимать или не хотим мы это принимать, или уперто говорить, этого нет,
Это заблуждение, причем сам человек одел маску и думает, что он так, то есть, это есть. На самом деле, другое дело, есть виды спорта, где допинг разрешен, бери, пользуйся сколько хочешь. На самом деле, сам по себе допинг, он не панацея, все равно надо тренироваться, выкладываться. Допинг чем позволяет, допустим, там восстановиться, где-то какие-то функции поднять выше. Ну, банально, опять же, если ты занимаешься допингом и я, мы все равно соревнуемся как люди уже. В конечном итоге все равно выходит сила воли там и прочее, прочее. На самом деле, вот так. А другое дело, когда я с допингом, а ты нет, тогда получается печаль. Вот в чем суть. На самом деле, опять же, допинг как таковой, если в умеренных количествах и человек не занимается для Олимпиады, для себя, он иногда даже полезен. Как бы это ни звучало тоже. Но опять же, суть какая? Дозировки. Что вы делаете? Для чего вы делаете? Например, в некоторых странах прямо для профилактики мужской силы, даже рекомендуют проходить какие-то курсы вот такого плана. Ну, как бы не допинг, пусть это будет какие-то лечебные цели, но опять же, суть составляющая есть повышение уровня тестостерона внешне, тестостерона у мужчины, то есть извне загоняют его, скажем так, через оральные препараты, через инъекционные и прочее. То есть в этой стороне как бы никаких проблем. С другой стороны, когда на Олимпиаде, еще раз объясняю, правила должны быть для всех одинаковые. Если мы выступаем чистыми, мы выступаем чистыми. Но суть же какая, понимаете, каждый начинает хитрить вместо того, чтобы побеждать. Угу. И у нас получается не Олимпиада в целом, а разборки фармацевтических компаний. Да, разборки, то есть кто какая компания лучше. Опять же, как была классная фраза у кого-то, я не помню, кто-то сказал, все под допингом, только кто-то успел спалиться, а кто-то нет, по факту. Тобто ви хочете сказати, що допінгують всі спортсмени? Це я якось... би не став би робити таке громке заявлення, але по суті це так. А як це на майбутньому сказується? От не можеш бути допінг постійно? От як буде потім? Я ж ще раз об'яснив, да, сам допінг або сама от прийняття от цих препаратів, якщо ви робите це циклічно, і, опять же, не для чого ви, які цілі? Если победить на Олимпиаде, там, понятно, надо какие-то серьезные варианты. Если вы просто для жизни себе, допустим... Вот смотрите, что такое допинг на самом деле? Это человек хочет стать лучше, больше. Мы сейчас не говорим конкретно за Олимпиаду. Мы говорим за человека, допустим, в качальном зале. Вот он тренируется. Он хочет нарастить себе мышцы, там, стать красивым, выйти на лето, чтобы девушки на него обращали внимание. Все, банально, эстетика тела, все, не берем. Он там не олимпийец, он там не мистер Олимпия, ничего. Просто человек. И почему-то все его осуждают, мол, он... На самом деле он делает для себя, он никому не делает вреда, он там качается, тренируется, боксирует, не имеет значения. Все хотят заработать миллион, при этом идут на всякие преступления, за это никто вообще не молодец. Украл миллион, молодец. Или осуждают, потому что я не украл, понимаете? То есть это... Когда человек занимается спортом, и он занимается спортом, и он добавляет себе спортпит, непосредственно, неважно, там, протеины или там БСА, там, аминокислоты, или непосредственный тот же самый допинг, как в народе химия, все почему-то его осуждают, хотя на самом деле он никому вреда не приносит, вот в целом окружающим. Себе, опять же, если грамотный спортсмен, он делает это, вот знаете как, вот можно напиться кофе, там 3 литра сразу, вот такие глаза, сердце станет. Хотя, казалось бы, кофе, ну, как таковое. Если вы выпьете чашечку, вы поймаете кураж, драйв такой, вот класс. Зараз, будет, напевно, вам наши комфортно, дивляться, понимаете. Кава. А если вы, то есть все в меру, если вы делаете в меру. Но опять же, спорт высоких достижений, там мера – это медаль. Ну, банально, то есть флаг страны – медаль. Там, то есть человек сам делает выбор, я становлюсь олимпийским чемпионом, ну, говорит о том, что он как бы чистый, я бы не решился. Я думаю, вже час, напевно, робити якесь тренування. Так. Хто ще допінг не прийняв каву, то от як я хочу спати, от треба мені прокинутися. Допінг фізичними справами. Ви знаєте, щоб проснутися, в ідеалі, це просто розм'яти мишці шеї, на самом деле. У вас є 3 хвилини для того, щоб прокинутися. Це ж давайте. Мишці шеї, смотрите, голова зв'язана з тілом шеї, мишцями шеї, і тут проходять найголовніші артерії, там, зв'язки, капіляри і прочее, я маю в виду. Кровоносные сосуды. Кровь поступает в головной мозг, соответственно, мозг просыпается. Почему? Потому что приходит кислород и прочее. Там. Значит, поэтому разминаем шею. Шею можно разминать во всех вариантах. Единственное, что без фанатизма, чтобы ее не отломать. Ну, образно, да. То пьем обережно. Сначала, да. Допустим, делаем передние колебания или как махи вперед-назад. Да. Шикарно получается. Точно так же теперь наклоны влево-вправо, или вправо-влево в данном случае. Точно так же, проворот. И как я говорил в какой-то из передач, можете даже руками, вот так только аккуратно тоже, чтобы не получилось, что вы ее... Ой, я помню, так. Да.
аккуратно, сюда-сюда. Угу. Классно не, делать, да? Не сломать себе шею. Да, потом делаем полупровороты. Передняя часть. Угу. Это уже полный оборот делается. А, ничего страшного. Так треба? Да, вот так. А теперь делаем уже полный оборот. Иншу сторону. Это мы, мягко говоря, допустили кровь немножко в голову. Для того, чтобы сделать такой непосредственный кровеносный памп, чтобы кровь пошла по телу, можно сделать парочку приседаний. Например, когда вы приседаете, соответственно, кровь повышается, начинает гулять не только за счет сердца, а за счет еще и мышц ног. Соответственно, приседаем. Я сегодня буду в качестве тренера. Да, кстати, насчет приседаний. Там очень много вариантов. Самое главное приседание. Коленки по стопам должны приседаться. Вот так, да? Да. Стопы можно чуть-чуть шире. Коленки идут по стопам, то есть чуть-чуть. Да. Угу. Это один из вариантов. Второй. Спинка должна быть максимально ровная. Вот. Угу. По поводу дыхания. Вниз. Вдох. Вверх. Ху. Выдох. Угу. Вниз. Вдох. Вверх. Выдох. Движения должны быть плавные. Без рывков. В динамичной форме, опять же, если там мы делаем с утра, хватит, а то я бы вспотел. Ничего не роблячи. Движения должны быть плавные, и если это делается с утра, это делается немного. Это делается для того, чтобы просто качнуть, скажем так, кровь. Все, то есть, 10 раз от силы. Да, да, да. Теперь в идеале, а вот мне говорили тут, я буду все делать, а давайте попробуем отжимания. Вот, например, с какого-то препятствия. Ой, да. О, это целая печаль. Це така печаль. Давайте я якось боком стану, да. Це така по поводу печаль. Отжимания, смотрите, это та же самая планка, которую планка секунд. Обычно. Угу. Попа должна быть подвернута вовнутрь. Знаете, обожаю эту работу. Таню трогать постоянно. Вот у нас 30 секунд. Танюш, хоча б одне, щоб зробити. Да. Попа должна быть подвернута, да. Вот, вдох, выдох. Давай це помогу. Найважче. Вдох. Ой, как хорошо. Выдох. Вдох. Видах, хватит. Ти ще подумаєш, що ми готуємося к Олімпіаді. На ці чудові, а можливо. Вот, это как, опять же, если вы собираетесь делать какие-то фізичні вправи дома с утра, без фанатизма, ваша задача просто прокинутися. Прокинутись, так. І запам'ятовуйте правила, які нам дає наш тренер. Михайло, з вами покидатися набагато легше. І веселіше. Михайло Шеус, я вже не знаю. Спортивний тренер, президент Миколаївської обласної федерації «Червоний дракон» був у нас в гостях. Доброго ранку, ми вас чекаємо. Уже наступного разу готуйте для нас щось новеньке.